Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, и сегодня мы продолжаем играть в Bedroom Coma. И в прошлой серии у нас были вот здесь вот кричащие... Время идет. Уходи. Чё? Теперь мне туда вообще нельзя заходить, да? Чё-то я нехорошее для него сделал. У меня с этой тряпкой грязной, говорит, не пригоди к мне с этой грязной тряпкой. Иначе тебе будет... О, это фотку я помню, фотку. Чё это? Чё-то тут было, нет? Мне показалось, или тут какая-то... Что-то было, нет? На рюкзаке? Нет, не, на рюкзаке ничего нету. Тут? Нет. Мне реально показалось, что, типа, что... Ладно, окей. Очень странно, с этой грязной тряпкой он, короче, не хочет, чтобы я вообще к нему подходил. Говорит, уходи. Стереть я это не могу. Можно я скрою следы, что я убил кролика. Тут ничего не юзабельно. Он сказал мне... Ла-ла, назад. Он сказал мне, уходи. Куда я должен уходить, если у меня тут... Я как бы тут хотя бы не на нейтральную концовку, господи, можно я хотя бы на нейтральную, можно мне никуда нельзя ничего сделать тут, уйти обратно. Если уходи, он имел в виду, может, уходи сюда, нет? Нет, наверное, он сюда не имел в виду, уходи. Хотя хрен знает. Так, у меня есть грязная тряпка. Грязной тряпкой можно что-то либо собрать... А, подожди. А, или это есть на озеро? А есть... нет, сюда нету. Сюда нету, ладно, на озеро. Грязная тряпка можно... Может... Назад. Что-то собрать. Нет. По всей видимости, нет. Было бы логично, если бы я мог все равно проникнуть в дом, но он не хочет, чтобы я проникал... А, ломиком? Все равно, типа, зайду. Он не хотел, чтобы я заходил. Опа. У меня есть ножницы, так. Я могу? Нет. Опа. Опа. Что у нас здесь есть? Так, смотрим. У нас есть мусорка, в которую можно посмотреть. Есть метла. Метлу заберем. Господи, тут столько всякой дичи, что даже не знаешь, за что хвататься. Руль нет. Тут ничего нет. Нет, нет. Только мусор. Ага, смотри. Stay with me, dad. I love you so much. Оставайся со мной, папочка. Я так тебя люблю. Писал он рисовал. Он в надежде был, что его родители не умрут. Нет, это капец. Это действительно капец. Ну, здесь, здесь моя... Мой English is a very beautiful country. I'm sorry. I have to... Don't try to stop me. Death. Капец, он написал, типа, дорогая смерть, пожалуйста, оставь моих родителей в покое. А смерть ему ответила, прости, но я должен это сделать. И не пытайся остановить меня. Офигеть. Самый жесть, да, что ему ответили. Так, больше тут вроде ничего не... Оп, чё. Оу, Мишка, можно вырезать, нет? Так, нет, это уход. Смотри, Mystery Box Trap. Ну, то есть, коробка с ловушкой. Тедди. Ха. Машинка. Той. Unstop that. Игрушки, которые должны остановить... О-хо-хо! Остановить смерть. То есть в эту ловушку мы попались. Тедди мы встречали. Машина. Может, это просто машина имеется в виду? Тут ничего не пишет. Тут как бы машина, на которую мы уехали, она должна была остановить как-то смерть. А вот кнопки. Кнопки я не помню. Это, конечно, немножко другое что-то. Так, но тут больше вроде бы ничего такого нету. С чем я могу повзаимодействовать, да? Вроде бы больше ничего нету.
Окна. Ну ладно. Капец, тут все крови, наверное, из-за меня. Я могу? А что у меня? Метла. А что метла даст мне? Что-то убрать? Может, я могу, типа... Может, я мусор могу убрать, не? Было бы прикольно, наверное. Убрать мусор. За собой. Назад. Возобновить. Походу... Я что-то все-таки наделал не очень хорошего. Назад. Не, ну тут в туалете ничего больше юзабельного нету. Это нелогично. Это просто тряпку мы в туалете взяли, да и все. Все, больше тут ничего нету. И смерть реально не хочет, чтобы мы здесь были, да? У нас есть основа, ножницы есть. Кстати, Тедди, вот этот Тедди, да? Снова Мишка. Мишка, ты, конечно, да, защищал ты... Это что? Это двор. Это выход из... Да. Так, а мы, кстати, вот в эту комнату не заходили. Так. О! Happy Mother Day. I love you very much. Да, счастливый день матери. Я так себя сильно люблю. О, господи. Так. Нет? Это не очень как-то. Ты успокоишься или где? Ой, кстати, кнопки. Так, сметем, чтобы не наступить. И ключ. Оу, воу. Серьезно? Серьезно? Там почувствовали свободу и решили прорваться ко мне? Ты чего? Алло, успокойтесь. Успокойся, алло. Чш. Я тут вообще... Смотрю тут, что вообще еще есть. Мне не нравится, что... Что ты пытаешься двигаться, а ты мне не нравишься. А это вся кровать, типа, да? Понятно. Понятно, что ничего не понятно, на самом деле. Ну тут больше ни писем, ничего у нас. Так. Стучись. Так, вырезать я тоже тут ничего не могу. Сердечки там, цветочки. Такое нет, да? Ничего не могу вырезать. Так. Ага. А это кто? Его усыновили? Типа, родители настоящие умерли, его забрали другие? Или что? Я чё-то ничего не понял, если честно. Ой. Время уходит. Ты все еще здесь. Опять? Я что-то... Get away. И что? И куда? У меня ничего нету. Алло. Куда я гетовею? Я слышу муху. Я добьюсь правды. Ты не выгонишь меня. Я что-то еще должен узнать. Он меня весь инвентарь забрал. Смерть. Прикинь, насколько всемогущая смерть, что весь инвентарь забрала. Мне где-то надо найти ключ. Я тут все повырезал. У меня инвентаря нету. Звездочка, кстати, да? Попорум. Нет, возобновить. Get away. Get out. Проваливай, типа. Сколько, блин, интересно, тут много же наверняка концовок, да? Потому что выборы делал я такие неоднозначные.
Значит, были... Явно я не на хорошую концовку иду. Явно я не на хорошую концовку. Так, тут какой-то предмет неюзабельный. У меня есть тряпка. Это единственное, что... А, слушай, подожди. Если у меня есть тряпка... так что я все время нажимаю на эту... Может, я могу этой тряпкой что-то сделать? Типа, затереть? Нет? Потому что это единственный предмет, что у меня есть сейчас. Это тряпка. Нет, не затирается. Туалет? В туалете ничего нет. Мне надо последний раз как-то раздраконить, я так понимаю, смерть, чтобы она меня уж наконец-то, да? Походу, я неумолимо хочу добиться какой-то правды, которая даже мне неведома на самом-то деле, да? И к чему это приведет, я на самом деле даже не знаю. А на что вот эта кукла, кстати, влияет? Смотри, это не дает посмотреть вот это, да? Это не дает прохода здесь. А это на что? На что-то тоже влияет она, да? Потому что я не понимаю, к чему. И ничего тут лишнего, как говорится, нет. А где же мои вещи-то? Кто-нибудь расскажет, покажет? Одни клоуны, да ничего такого. О, что это? Так вот мои вещи. Или что там было вообще? Тут все подряд что-то я делал, да? Это все мои вещи. А тут не только мои вещи, тут какой-то ключ, смотри. Слушай, может это ключ от... последнее предупреждение. Что я тебе сделал, парень? Слушай, у нас может отсюда ключ не подходит? Нет? Не хочешь? Ну блин, вот тогда сюда ключ подходил бы, нет? А, что это? Это дверная ручка. А, может тогда ручку сюда? Что это? Это типа подвал? Или как он там называется? Оу, воу, воу, воу. Wake up! Кофе. Это свечи. Подняться наверх можно. I tried. Why? Почему? Я так пытался. Мишка. Он оставил Мишку, и у него все равно все умерли. Оу, воу. Как ты смеешь сюда приходить? Я вроде ясно дал понять, что никого не хочу видеть. Я хочу быть одна. Люди боятся меня. Пренебрегают мной. Когда я увидел рисунок этого ребенка, то и у меня разбилось сердце. О, вот это так мило. У смерти есть сердце. Ну просто, не, ну как бы да, но как бы, ну вы понимаете, да? Я не хочу больше забирать людей, приносить им страдания. Если ты хочешь взять на себя мои обязанности, пожалуйста. Я уж точно не собираюсь возвращаться к моей работе. Только не думай, что люди тебя отблагодарят. Не каждый будет... Ну, я совершал плохие, а все мы люди. Как будто бы ты без греха. Смерть, да? Будем честны, да? Каждый бы биться на персональную смерть. Забирай себе эту несчастную стрелку и оставь меня в покое. Стерку. Не стрелку, стерку. Раздел завершен. Выход. Раздел 8. Выход. Окей.
Окей, у нас теперь есть стерка, которой мы можем стирать все, да? И музыка прекратилась, вы слышите, да? Может, я должен в рисунках что-то сделать? Мне не дают, да? То есть... А, слушай, может я... вау! Это был... Эй! Неудобная ситуация. Иногда мне становится сняться странные сны, когда я возвращаюсь в детство. Забавно. Взрослый мужик, который снится, что он опять ходит в школу. А, ты... Он взрослый мужик! Обо мне. Ты нашел способ, как выбраться отсюда? Я могу стереть его! Офигеть! Если я его стираю, то он как бы не здесь, и он не сотворяет никаких проблем, да? Офигеть! Просто офигеть! Стрелки... Я могу дать ему мишку. Нет, не хочет мишку. Странно, я думал, он захочет мишку. Так, у нас есть власть терки. Я могу стереть его. Кстати, до сих пор безымянная могила. О, парень. Я могу стереть этого парня. Офигеть. Я что-то не особо хочу. Надо смотреть, что я могу сделать. О, ангел смерти прям. Походу, я иду на плохую концовку, да? Нейтральная... Плохая. Так, походу я иду на плохую концовку. Чё-то мне это не нравится. Так, нет, не сюда, вот сюда. Так. Оу, да тут вообще такое вообще дичь. Мне кажется, это этот парень что-то тут творит такое не очень хорошее. Я понимаю. Здравствуй. Здравствуй, сокровище. Ты нашел то, что может тебе помочь? Капец, я могу стереть. Я могу их всех стереть. И то есть могу забрать определенных. Я предлагаю, знаешь, кого забрать? Я предлагаю забрать... нет, 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 нет! Господи, не сюда. Вот этого. Все. Я его стер. О, там выход. Нет? Это не выход. У меня до сих пор куча вещей осталось. Я не хочу ни парня стирать, ни ее. Она мне, кстати, напоминает что-то из Матрицы, да? Что-то вот такое из Матрицы напоминает. А я этого стер зомбика и... Не знаю, не очень как-то это хорошо все равно получилось. Походу, я здесь делаю сейчас плохую концовку. Я сотру его. Но считаю, что он... Он здесь не нужен. Извини, парень. Стерка? Ловко. А это точно сработает? Может, ты проверишь на ком-то другом? Я проверил уже. Ты говоришь, что тебе удалось стереть кого-то живущего из этого сна. Наверное, мне надо тебе довериться. И что? Я стер его из этого сна. Я хороший поступок сделал. Наверное, ни хрена. Ну, раз такая пьянка, походу, мне надо стирать всех, да? Подожди. Нет? Мишка? Походу, мне надо стирать всех. Потому что я, ну, не знаю, я на данный момент не вижу ни одного способа. Извини, бабуля. Спасибо, солнышко. Я знала, что ты справишься. А, они нас благодарят даже за это. Офигеть. Значит, мы на себя взяли обязанность смерти. Мы стираем их с лица. Чуть-чуть тут темнеет все, не? Чё-то тут очень все темнеет. Чё-то тут... Ой. И-и...
Может, это типа намек на то, что все, звездец? Смотри, все чернеет. Блин, я запутался в этом лабиринте. Женщину эту мы стерли, хорошо. Эту женщину мы стерли. Так, сюда. Тут ничего не... Крыса валяется дохлая. Парни мы стерли. Ну, так и в чем прикол? Я должен был как бы это... Чё, ну, хотя бы напишите мне конец. Я всех стер, кого можно было стереть. То есть я их как бы убрал отсюда. Им здесь не место. Я правильно ж понял? Я не понял вообще игру. Я, походу, вообще игру не понял. Это, короче, ребят, долго здесь туплю. Реально долго туплю. Я думаю, если это конец, то он войдет в серию. Да, если тут будет маленькая, там, 10-минутная буквально серия, то она войдет в эту серию. Если нет, значит, ждите следующей серии. В следующей серии либо это будет конец уже, потому что я чувствую, что я иду на плохую концовку, и мне это не нравится. Если вы это знаете, не спойлерите, пожалуйста. Вот прошу вас, пожалуйста, не спойлерите. Потому что дичь какая-то вообще дичайшая просто здесь происходит. И мне это дико не нравится, безусловно. И посмотрим, к чему это приведет. У меня есть стерка, но прав, как у смерти, допустим, да? Делал все, что хочу в этой коме и так далее. Я нету. Я наверняка делал что-то неправильно, но все мы люди... О, чувак повесился. Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. И я думал, что я делаю неплохо. А как оказалось, это мы узнаем. Наверняка я говнюк. Но... По крайней мере, аргументирую так. Стирая вот этих людей, я думал, что я их как бы стирал из этой комы, да? То есть там они просыпаются. Возможно, я ошибался. Узнаем в следующих сериях. Всем вам спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте, в группу в Стиме. Всем вам за все огромнейшее спасибо. Всем удачи, до скорого. Пока. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. The tyranny, the violent streets, deprived of all that we're blessed with.